Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Shri Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Ram Ram Hari Hari Shri Shrimad Bhaktivedanta Vanagasai Maharaj 10 июля 2020 года. Первым делом я предлагаю мои уважительные поклоны лотосным стопам моей Гуру Пада Падмы, Нитрила Правиштам Вишнупад Аштадара Шату Шри Шримад Бхактивиданте Шри Вамани Гусай Махараджу и Нитарила Правиштам Вишнупад Аштадара Шату Шри Шримад Бхактивиданте Шри Нараяни Гусай Махараджу. В то же время я приношу мои уважительные дандават пранамы, лотосным стопам, Нитарила Правиштам Вишнупады Аштадара Шаты Шри Бхактивиданте, Свами Махараджа, Бхактивигьяне Бхарати Госвами Махараджа и всем старшим преданным, всем вайшнавам и вайшнави, и всем слушающим. Сегодня очень благоприятный день. В согласии с индийским ведическим календарем, Наг Панчами. И также сегодня день ухода Шрилы Гопала Бхатты Госвами. Я бы хотел сказать пару слов про это. Про Наг Панчами. Много людей в Индии также празднуют этот фестиваль Наг Панчами. Панчами означает пятый день после новолуния. В Индии многие люди поклоняются полубогам и полубогиням. Шримад Бхагавад Гите Кришна говорит: обусловленные души постоянно заняты наслаждением своих чувств. Когда они не могут наслаждать свои чувства, когда на их пути появляются препятствия, тогда они поклоняются разным полубогам и полубогиням. Они думают, полубоги и полубогини, они помогут мне исполнить все мои желания, уберут все препятствия с моего пути наслаждения. Прападета девата. Кришна объясняет это в Бхагавад-гите.
Такие люди поклоняются полубогам и полубогиням. В наших Пуранах есть много историй. How they also suffer many kinds of distress and unhappiness. For this reason, today they worship the goddess. История про то, snake. Как люди, находившиеся в проблемах, поклонялись полубогам. Сарпа-пуджа. Нага-пуджа. Они поклонялись змеям. Нага-пуджа. Поэтому сегодня Нага-панчами. Нага означает змея. Но я не хочу слишком много об этом рассказывать, потому что это не связано с духовностью. Люди из Карма-канда празднуют этот фестиваль. Мы сейчас обсудим биографию Гопала Бхата Госвами и его миссию. Гопала Бхата Госвами был одним из шести Госвами. В наших шастрах объясняется, рассказывается о шести Госвами. Если каждый день мы будем памятовать имена шести Госвами, то все препятствия на нашем пути будут уничтожены. В этом стихе говорится, я приношу мои поклоны лотосным стопам шести Госвами. Делая так, все препятствия с моего пути уйдут, и я смогу достичь моей духовной цели. Эти шесть Госвами совершали баджан и садан во Врадже. Они привили все сладостные игры, божественные читы, Ради и Кришны. Чайтанья Махапрабху, он дал приказ шести Госвами. Он сказал им отыскать потерянные места игр Ради и Кришны во Вриндаване. Виграха Пракаша. Он сказал им проявлять божеств, которые также были со временем потеряны. In this material world, anyhow, Vigraha Prakash and Shuddha Grantha Pranayam, Shuddha Grantha Pranayam, and manifest all the. Он дал им приказ проявлять Бхакти Грантхи, книги про Бхакти. And also Lord Chaitanya Mahaprabhu explained to them. И также Господь Чайтанья Махапрабху the Vaidhi and попросил их проявить Вайди и Рагануга Бхакти. В особенности, Господь Чайтанья Махапрабху дал инструкцию через Анатани Госвами Паду, чтобы он проявил Вайшнава Шудда Садачар Грантху, книга, в которой будут описаны весь вайшнавский этикет, все вайшнавские правила и предписания.
In this contest, Gopal Bhatta Goswami also he fulfilled the all the desires of Lord Chaitanya Mahaprabhu. И также Шрила Гопала Бхатта Госвами выполнил все эти просьбы Чайтани Махапрабху. Чайтани Махапрабху после получения саньяса отправился на юг Индии. Сначала Чайтани Махапрабху встретился с Раем Раманандой на берегу реки Годавари. Then he also discuss about many tattvas, Krishna tattva, prema tattva. Там он обсудил много разных таттв: джива таттву, Кришна таттву, майя таттву, рада према таттву, рада таттву. Все эти темы Чайтанья Махапрабху обсудил с Рай Раманандой. Это все описывается в Рай Рамананде Самваде. Then Chaitanya Mahaprabhu proceeded to south. После этого Чайтанья Махапрабху пошел дальше на юг в храм Шрирангам. Then Chaitanya Mahaprabhu he was dancing and singing. Там Чайтанья Махапрабху танцевал в экстазе. И все посетители храма были поражены и полностью опьянены нектаром санкиртаны Чайтанья Махапрабху. That is Gopal Bhatta Goswami's all his family and especially. Там жила также вся семья Гопала Бхатта Госвами, Венката Бхатта, Тирумала Бхатта и Прабодхананда Сарасвати Пат. Они также видели санкиртану Чайтани Махапрабху и позвали его к себе домой. Потому что в то время началась Чатурмасия. И в это время саньяси останавливаются в одном месте, они не путешествуют. Махапрабху остановился в доме Венкаты Бхатта Госвами, который является отцом Гопала Бхатта Госвами. They also already took diksha from Sri Sampradaya, that is called Ramanuja Sampradaya. Sri Sampradaya means? Семья Гопала Бхатта Госвами уже получила свои дикши мантры в Шри Сампрадае, в Рамануджа, в Сампрадае Рамануджа Ачарьи. Господь Чайтанья Махапрабху, он давал Кришна Катху всей этой семье, особенно Шримад Бхагавату, Кандхамриту, Харикатху и Шримад Бхагаватам. Он рассказывал им о сладостных играх Кришны. В особенности, Господь Чайтанья Махапрабху обсудил с ними самую возвышенную лилу, раса лилу. In Vrindavan, how Braj Gopis they also perform во Вриндаване Враджа Гопи совершают танец раса с Кришной in their Паракия Бхав, в настроении Паракии. And Krishna Chaitanya Mahaprabhu so many Krishna's sweet. Господь Чайтанья Махапрабху рассказывал им каждый день о сладостных играх Кришны. И они были поражены этой харикатхой. Они были очень заинтересованы слушать о таких играх Рады Кришны и Гопи. Рамануджа Сампрадая, Шри Сампрадая, они очень строго следуют всем правилам и предписаниям шастр. А Шримад Бхагаватам описывается больше, чем правила предписания. Там описывается раса лила и различные игры Кришны во Вриндаване.
Поэтому, услышав раз Адилу Катху, они хотели слушать все больше и больше. Тогда Чайтанья Махапрабху каждый день рассказывал им о сокровенных играх Рады и Кришны. Что такое Расалила? В Расалиле находится множество разных лил. Джал Бихар, игры в воде, в Ямуне, Бамшичори. Бамшичори означает как будто украли флейту Кришны. Много игр заложено в Расалиле. Как Шримати Радика проявляет свой ман во время танца раса. Все это описывается в Шримати Бхагаватам. Когда Кришна совершал танец раса, гопи были полностью погружены. Были полностью погружены в то, насколько они удачливы. Гопи думали. Каждая гопи считала, именно я танцую с Кришной. Поэтому каждая гопи была полностью погружена в то, насколько она удачлива. Шримати Радика заметила, как Кришна одновременно танцует с ней и в то же время танцует с другими гопи. Тогда Шримати Радика, она очень разозлилась, она проявила свой ман, сладостный гнев. Тогда она не хотела больше танцевать с Кришной. Тогда Кришна подумал, я должен успокоить ман Радики. Поэтому Кришна вместе со Шримати Радикой оставил место, где проходил танец раса. Вместе они пришли на берег Ямуны, Шрингарват. В этом месте Шримати Радика, она приказывала Кришне, ты должен заплести мои волосы. Ты должен украсить меня. И Кришна услышался ее. Подобно человеку, испытывающему вожделение, Кришна совершал все эти игры. He also disappeared from Srimati Radhika, and Srimati Radhika she felt pang of separation from Krishna, and all the gopis they meet together, and they also pacified to Srimati Radhika. Один раз Кришна, он оставил Srimati Radhiku. Separation mood, Virabha Bhav. Then all the заставив ее испытывать bank of Jabuna, разлуку. Все гопи успокаивали Шримати Радику. Когда Кришна оставил гопи, гопи спели гопи гиту. Especially gopis, they asked to Krishna
nine questions. Да? What are the nine questions? Один раз гопи спросили у Кришны 9 вопросов. First, that is called первый вопрос. One who loves, he loves. You prem karne par prem karta hai. One who loves, he loves. You prem karne par prem karta hai. Second, if you love or not love, they love. Third, if you love or not love, they never love you. First, these are the three questions. And prem karne par jo prem karta hai, prem karo athava nahi karo, wo prem karta hai. Aur tisra, prem karo aur prem karo, wo kisi ke saath prem karta hai. Gurudev говорит на хинди. And then again fourth question, there prem atmaram aptakam gurudrahi and aparadhi. Gurudrahi, first is called atmaram. Atmaram means once you completely absorb. Атмарам означает тот, кто полностью погружен в свою атму. Он самоудовлетворен. Если у вас дружба с Атмарама Пуруши, на самом деле вы даже не можете дружить с Атмарама Пуруши. Он самоудовлетворен. Ему никто не нужен. Аптакам означает тот, у кого все желания удовлетворены, кто не имеет желаний. Все его желания исполнены. Кто такой Аптарам? Аптарам — это Шукадев Госвами. Шукадев Госвами является примером Аптарамы. Shiradhaj Janak, the father of Mother Sita Devi, is the perfect example of Aptakam. А Джанака Махарадж является идеальным примером Аптакамы. One who committed lotus feet of Guru, and if you also friendship with him, you cannot get any fruits. And that too, he is called aparadhi, offenders. Those who are offenders, aparadhi, especially guru aparadhi. Те, кто являются aparadhi, оскорбителями, cannot get any fruits from. Не могут получить никаких плодов из своего общения. Например, если вы являетесь guru aparadhi, то вы не сможете ничего получить от гуру. Если вы оскорбляете гуру дева, то вы ничего не сможете получить от него. If you make friendship with a kritagya vyakti, ungrateful person, you cannot get any fruits also. Четвертое — это неблагодарность. Ungrateful person means is what? Кто такой неблагодарная личность? Кто упакар ко жо сикар нехи карте. किए हुए उपकार के जो शिकार नहीं करते उसी की कहा जाता है ओ कृतज्ञ दैट मींस यू आल्सो हेल्प टू समवन बट इट означает пока мы это помогли और इज कॉल्ड एक्सेप्ट सो ही इज कॉल्ड अकृतज्ञ सो नाउ थ्री что-то сделали для него. Но он не благодарит вас за это, он не принимает это. So how many now? Seven. Then another two, that is called Hetu and Ahetu. Следующие два — это Хету и Ахету. Hetu prema means? Hetu prema. That love означает любовь, которая имеет под собой причину. That love with cause. That is called любовь с причиной. Это хету према. А ахету према without это беспричинная любовь. So now how many? Nine types of. So gopis they ask to Krishna
Так гопи описали 9 видов премы, 9 видов любви. И гопи спросили: «О, Кришна, какую любовь ты имеешь к нам? Неблагодарную любовь, оскорбительную любовь, беспричинную или причинную любовь? Кришна, какую любовь ты испытываешь к нам?» Кришна сказал: «Ни один из этих видов». Prem karne par jo prem karta hai, one who loves and he loves, that is called prem karne par jo prem karta. Это ответная любовь. Вы кого-то любите, и эта личность также любит вас. Но это похоже на бизнес. Кришна сказал: «Нет, этот первый вид, это не мой вид любви». В этом материальном мире почти у всех есть именно такая любовь. Если ты меня любишь, то я тебя люблю. Если ты меня не любишь, то я тебя не люблю. Но такая любовь подобна бизнесу. Если вы отправитесь на рынок, чтобы купить что-нибудь, заплатите там деньги, то продавец даст вам соответствующее количество овощей, допустим. Поэтому такой вид любви, она подобна бизнесу. Кришна сказал: «Это я испытываю к вам другую любовь». Like parents, they love their children. Другой вид любви, подобно любви родителей. Родители любят своих детей. Because they are thinking, parents, that is called, mata pita's prem, the love of parents, la mata pita. Но они не ожидают любви со стороны своих детей. Они любят своих детей. Они имеют ответственность за детей. Они чувствуют ответственность по отношению к детям. Они не могут их оставить, не могут их разлюбить. Or don't love, they never to love to anyone. These types of people also in this material world. Because they are complete difference, as like animals, monkey. Третий вид людей. Их выбор зависит только лишь от их чувств. Любишь ты меня или не любишь, мне все равно. Это подобно любви обезьян. Четвертый – это аптарам, пятый – аптакам. Если вы испытываете любовь по отношению к атмараме, то вы не получите от него ничего обратно, потому что он самоудовлетворен. Ему ничего не нужно от других. And third, aptakam. Пятое – это аптакам. Все их желания исполнены. С ними нельзя никак общаться. Очень трудно общаться. Or gurudrahi or aparadhi, offenders, hard-hearted. Those who committed offense. Шестое и седьмое – это in the beginning you cannot see. Оскорбители, апаради, и те, у кого грубое сердце. Когда оскорбляешь Гурудева, можешь не заметить, как эти оскорбления начинают уничтожать твою духовную практику. Но они будут расти. В итоге вы даже не заметите, как
свалитесь с духовного пути. Шастры, Писания утверждают, Гурудрахи и Апаради не смогут ничего получить от общения. Гурудрахи и Апаради — это одно и то же. Then you also committed offenses at the feet of Guru. Сначала совершаешь маленькие оскорбления, а потом начинаешь все больше и больше оскорблять. Иногда не замечаешь, какие, как совершаешь оскорбления. Сначала совершаешь небольшие апаради, а потом начинаешь совершать гуру драхи, оскорбление гуру дева. И те, кто совершает гуру драхи, те, кто совершает апараду по отношению к гуру дева, они не смогут получить, достичь прему. Восьмое. Восьмая любовь. Это неблагодарная любовь. Допустим, кто-то беден. Вы даете кому-то деньги. Вы помогаете ему финансово. Но когда он сам, если он сам разбогатеет, то он уже не будет помогать вам. Он не отблагодарит вас за вашу помощь, когда он был в трудных временах, в трудном состоянии. Есть много таких людей, много примеров жизненных. И есть хету и ахету према. Это любовь, имеющая за собой причину и беспричинная любовь. Причинная и беспричинная любовь. Хету према – это причинная любовь. А ахету према – это не беспричинная любовь. Но Кришна сказал, я нахожусь за пределами всех этих девяти видов. Моя любовь спонтанна, она не имеет никакой причины. Хету, ахету, за ними все равно стоит какая-то причина. Према, любовь между мной и вами, она вечная. Это не мирская любовь. Любовь между Гопи и Кришной, она вечная. Это нитти сидда према. Так много харикатхи Чайтанья Махапрабху рассказывал семье Гопала Бхата Госвами. Он также рассказал вам о четырех особенных качествах Кришны: Према Мадхурья, Рупа Мадхурья, Вена Мадхурья и Лила Мадхурья. Особенно Рупа Мадхурья Кришны, красота его образа, Вена Мадхурья, красота звука мелодии флейта Кришны. Everybody completely intoxicated. Этот звук всех полностью обвораживает. Even all the incarnation of Lord in Vaikuntha. Vaikuntha jagat mein samast bhagwan ki jitna vigraha jo hai wo bhi bahut sundar hai. But when you compare на Вайкунтхе разные проявления Кришны также очень красивые, но если сравнить их с Кришной во Вриндаване,
То красота Кришны остается несравненной. Krishna, he played the flute. Кришна, он играет на флейте, Вена Мадхурия, но ни одной другой, ни одного другого воплощения нету флейты. Говинда Вену Дхани, очень могущественно. Этот звук флейты очень прекрасен. Когда Кришна играет на флейте, Вамши Дхани, то все полностью наслаждаются нектаром звука, мелодии этой флейты. Рупа Мадхурия Кришны, его красота. Даже Васудев Кришна в Дварке, когда он увидел Трибанга Лалиту, Сварупу Кришны, он был полностью so that means, how is the beauty of поражен этой формой. Невозможно описать красоту Кришны, она духовна. Итак, Чайтанья Махапрабху обсуждал всю эту татву, Расалила татву, Кришна татву, Рада татву. Тогда эти три преданных Шри Сампрадая, семья Гопала Бхатта Госвами, они совершенно поменяли свою философию. You are worship Lakshmi, she is Saddhi Sramani, she is 1.8 with her husband, but in Shastra also explained Lakshmi Devi, she wanted to meet with Krishna. Он сказал, вы находитесь в Шри Сампрадае, вы поклоняетесь Лакшми Нараяне, но даже сама Лакшми, она совершает аскезы во Вриндаване, в желании войти в танец раса. Таким образом, Махапрабху шутил семьей Гопала Бхатта Госвами. Тогда они спросили, о Махапрабху, зачем вы шутите с нами? В соответствии с шастрами утверждается, что нет разницы между Кришной и Нараяной. According to the conception of the scriptures, there are no difference. В Писаниях утверждается, что нет разницы между Кришной и Нараяной. Кришна сам проявляется в форме Нараяны. Нет разницы между Кришной и Нараяной. Итак, Лакшми Деви, она хочет встретиться с Кришной. Что же в этом неправильного? Таким образом, она остается чистой. Она не потеряла свою чистоту. Тогда Махапрабху сказал, те веды, те шастры, те шрути, на которые вы опираетесь, они сами совершают аскезы в желании войти в танец раса. И Шрути удалось войти в танец раса, но Лакшми Деви так и не удалось. Тогда они очень поразились. Они спросили Чайтанья Махапрабху, «О Махапрабху, пожалуйста, объясните нам, почему Лакшми Деви не вошла в танец раса. Махапрабху объяснил, Лакшми, она не хотела оставить эго того, что она является Лакшми. Она хотела войти в своей форме Лакшми в танец раса. Но Кришна сказал Лакшми, если ты хочешь войти в танец раса, ты должна жить как гопи, ты должна под их руководством служить мне, должна омываться в Ямуне, получить пять видов знания от гопи.
these types of knowledge in their Карна, Карникарам и так далее. Есть пять видов знания, которые ты должна выучить. Ты должна встречаться с Враджа-гопи. Должна вместе с ними лепить коровьи лепешки, сушить их. Ты должна жениться на одном пастухе. Then you Во Врадже. Когда в тебе разобьется анурага по отношению к Кришне, тогда ты будешь достойно войти в санисрасу. Но Лакшми не хотела следовать всем этим правилам. Поэтому Лакшми Деви так и не удалось войти в танисраса. Таким образом, Чайтанья Махапрабху обсуждал эти сладостные игры Кришны во Вриндаване с этими семьей Гопала Бхатта Госвами. Тогда вся семья Гопала Бхатта Госвами поменяли совершенно свою философию, оставили поклонение Лакшми Нараяне и стали поклоняться Раде и Кришне. Now comes here, Gopal Bhatta Goswami. That time he was small boy, maybe 10 or 12 years old. В то время Гопала Бхатта Госвами был маленьким мальчиком. Ему было лет 10-12. И он жил в том доме, где остановился Чайтанья Махапрабху. Каждый день он поклонялся лотосным стопам, омывал лотосные стопы Чайтанья Махапрабху. Гопала Бхатта Госвами развил очень близкие отношения с Чайтанья Махапрабху. По истечении 4 месяцев Чатурмасии Махапрабху должен был оставить их дом. Тогда весь дом семьи Гопалы Бхатта Госвами почувствовали сильнейшую разлуку с Господом. Махапрабху дал инструкцию, наставление Гопале Бхатте Госвами. Гопала Бхатта Госвами сказал: «О, Махапрабху, я не могу без вас, я пойду с вами». Но Махапрабху сказал: «Нет, ты должен остаться в своем доме и служить своим родителям, потому что они чистые вайшнавы. Ты должен служить вайшнавам. Когда твои родители оставят этот мир, ты должен прийти во Вриндаван и оставаться там вместе с Шри Рупой и Шри Санатаной Госвами». Шри Гопала Бхатта Госвами получил дикшу-инициацию от своего дяди Прабодхананда Сарасвати Пада. Он учил санскритскую грамматику, учил шастры Веданту, Шримад Бхагаватам. Когда родители Гопала Бхатта Госвами оставили этот мир, он отправился во Вриндаван. По пути во Вриндаван он принимал омовение в реке Гандаки, и там он нашел 12 килограмм шил. Он начал поклоняться этим шилограммам шилам. Потом он пришел в Вриндаван и совершал под руководством Шри Рупы и Шри Санатана Госвами баджана садана. Шри Чайтанья Махапрабху передал свой прасад Гопале Бхатте Госвами. Он был очень рад этому прасаду. Господь Чайтанья Махапрабху, он также сказал, что Гопала Бхатта Госвами должен проявлять книги, должен писать грантхи. Поэтому он привел много разных книг, в особенности Садкрия Сарадипика. Он собрал стихи
собрал все правила предписания Шуда Садачари. Он собрал все правила предписания, как правильно вести себя. И передал все эти правила предписания через Санатани Госвами, который в конце концов написал книгу Хари Бхакти Виласа. Гопала Бхатта Госвами собрал все эти правила предписания, а Санатана Госвами Пад на основе этих стихов, которые собрал Гопала Бхатта Госвами, составил книгу. Он написал комментарии на Кришна Каранамриту. Рангадатика. Он также Джива Госвами написал Сад Сандарпу. Он написал Сандарпи. А Гопала Бхатта Госвами составил комментарии к этим Сандарпам. Он проявил божество Рада Раманы, которое до сих пор находится во Вриндаване. Гопал Бхатта Госвами поклонялся Шалаграма Шири. Во время Васанта Панчами Бриджаваси очень прекрасно украшали свои божества. Но Шалаграма Шила похожа на Расагулу, ее очень трудно украсить красивыми одеждами. Тогда Гопала Бхатта Госвами думал, если бы у меня было красивое божество, я бы тоже смог бы надеть на него красивые одежды, украшения. Так Гопала Бхатта Госвами вышел из своего баджана кутира. А когда он вернулся, он увидел то, что его Шалаграма Шила преобразилась в красивое божество Трибанга Лалит, изогнутое в трех местах. Его зовут Рада Раман. Рада Рамана Ки Джай. Рада Раман является самопроявленным божеством. До сих пор на его спине можно видеть кусочек Шалаграма Шилы, из которого он проявился. Особенность этого божества Рада Рамана то, что у него можно видеть зубки во рту. Обычно у божеств нету зубок, не видно зубов. Но Рада Раман имеет такую особенность. Он Трибанга Лалит, он изогнут в трех местах, красиво играет на флейте. На самом деле, кто такой Рада Раман? Это сам Чайтанья Махапрабху. Чайтанья Махапрабху проявился в форме, форме Рада Раманы. Гопала Бхатта Госвами испытывал сильную разлуку с Махапрабху. Поэтому некоторые вайшнавы объясняют, кто такой Рада Раман. На самом деле Рада Раман — это сам Господь Чайтанья Махапрабху, проявившийся в этой форме. У Гауди вайшнавов есть три основных божества — Мадан Мохан, Говинда и Гопинат. Мадан Мохан — это лотосные стопы Кришны. Говинда Дев — это грудь Кришны, а Гопинат — это лицо Кришны. Поэтому вайшнава посещает эти три божества. Но если посетить Рада Рамана, то вы получите даршан
всего Кришны. Нет больше нужды посещать других божеств. Это Раман, это весь Кришна полностью, полностью весь Кришна. Гопал Бхатта Госвами день и ночь совершал баджану садхану. Поклонялся своему божеству. Один раз к нему пришел мальчик, Браман. Его звали Гопинат. Мальчик Браман, Гопинат. Гопала Бхатта Госвами спросил, как его зовут. I have come from in Saharanpur in Devobanda village. In, so I want to. Он сказал, меня зовут. Stay with you and serve you, Thakurji. Гопинат, я пришел из одной деревни. Я хочу остаться с тобой и поклоняться под твоим руководством Радараману. This Gopinath, then the Brahman boy. Тогда этот мальчик Браман Гопинат начал поклоняться Радараману. Гопинат Пуджари. Гопинат Пуджари. Then and his brother Radha Damodar Das. He also took Diksha Mantra. Его брат Радха Дамодар Дас также принял Дикша Мантры от Гопинатха и также стал поклоняться Радха Раману. Так началась такая династия. Династия Радха Раман Пуджари Радха Рамана. Синивас Ачарья. Narottam, Narottam, Samananda and Srinivas. They also Narottama, Shimananda и Шривас. Все они приняли дикша мантры у разных личностей. Narottama Das Thakur получил дикша мантры от Локанатхи Даса Госвами. Шимананда Прабху получил дикша мантры. Самананда Прабху, he took Diksha from, what is his name? Шимананда Прабху получил дикшу от Джаганнат Пури. And Синивас, yes, Синивас Ачарджа. Дамо Ачарьи из Джаганнатха Пури. Гопалбхатта Госвами. And but all they took Diksha from Шринивас получил дикшу от Гопала Бхатта Госвами, но все они принимали шикшу, учение, обучение от Джива Госвами Пада. Гопала Бхатта Госвами совершал баджан во Вриндаване, и он выполнил все сокровенные желания Махапрабху. В духовном мире Гопала Бхатта Госвами является Ананга Манджари. Раньше в Вриндаване он был Ананга Манджари, а теперь он явился в лиле Махапрабху как Гопала Бхатта Госвами. Его самадхи мандир находится во Вриндаване. Мы посещаем его во время Враджа Мандала Парикрамы.
Там же находится Баджана Кутир, Копала Бхатта Госвами. Гопал Бхатта Бас, Бриндаван Кунджи Бас, Тена Сапане Найне Хари, Тен Бурало Ман Апанахи. Таким образом, Гопала Бхатта Госвами совершал баджан. Я не хочу занимать слишком много вашего времени.